Всем привет, дорогие друзья! Сегодня приготовим с вами бисквит на кефире. Бисквит на кефире получается очень вкусным, влажным, абсолютно не сухим. Хорошо подходит для 3D-тортов, потому что отлично держит форму и он достаточно плотненький. Поэтому, если вы хотите его приготовить, то давайте попробуем вместе. Для приготовления бисквита на кефире нам потребуется кефир, растительное масло, яйца, мука, сахар, разрыхлитель, соль и сода. Соединим муку, разрыхлитель и соду. Все тщательно перемешаем с помощью венчика. Соединим в чаше миксера яйца, сахар и соль. И взобьем все на высокой скорости в течение 10 минут. Через 10 минут вливаем в яйца с сахаром, кефир и растительное масло. Перемешиваем до однородности в течение где-то 30 секунд. Всыпаем сухие ингредиенты, все сразу. И перемешиваем при помощи миксера до однородности в течение 1-2 минут на средней скорости миксера. Вот такое вот получается тесто. Оставляем тесто в форме на 5 минут, чтобы начала работать сода. А после этого переливаем его в форму. Диаметр моей формы 16 сантиметров, дно заселила я пергаментом для выпечки, а снаружи обернула для верности фольгой, чтобы тесто не вытекло. Переливаем тесто в форму. Накрываем форму с тестом фольгой. И отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекаем бисквит до готовности. У меня он выпекался 55 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой. Она должна выходить из центра бисквита сухая. Даем остыть в форме около 5 минут. Затем извлекаем из формы и остужаем до комнатной температуры на решетке. Бисквит поднимается горочкой. Он иногда трескает, то это норма для такого бисквита. Просто потом потравливаем при необходимости и собираем наш тортик. А из обрезков можно приготовить вкусные кейк-попсы. Вот такой вот высокий получается бисквит, очень красивый, он влажный и очень-очень вкусный. Из него получаются замечательные торты. Вот такой вот влажный, не мокрый, хорошо пропекшийся бисквит. Такой бисквит не обязательно давать ему созревать, и с него можно собирать тортики сразу.